Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня играем на родине РП, Центральный округ. Моник здесь Кирилл Путбулов, и не забывайте вводить моник при регистрации. Также не забывайте вводить мой промокод, его нужно вводить на 6 уровне. За него получите очень хорошие плюшки. Сегодня у нас будет интересная серия, у нас давно не было трюков, тем более в этом году трюков еще не было вообще на машинах. А сегодня будет такая прям очень крутая серия, прям спецвыпуск просто. Сегодня мы будем делать трюки на двух машинах, на Lamborghini и на Audi. И обе с лаунч-контролем. Поэтому, пацаны, серия получилась очень классная. Очень прикольные трюки были. Поэтому всем советую посмотреть от начала до конца. Также не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Все, желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Ну что ж, пацаны, короче, давно не было трюков. И сегодня мы этим займемся на новой нашей машине. Это Audi S8, по-моему. Да, Audi S8. И сегодня на ней попробуем сделать какие-то трюки. Возможно, потом в конце возьмем, получается, лампу. Потому что лампе трюки будут еще лучше. Но чтобы вы понимали, это Audi переднеприводная, то есть это просто жесть. Я там на Мустанге трюки делал. Мустанг у нас получается, по-моему, заднеприводный, ламба полноприводная, а вот это Audi на переднеприводной. Поэтому будет интересно, знаете, ну, разницу увидеть просто. И кстати, на родине вышло какое-то обновление лаунчера, и чтобы вы понимали, у меня сейчас 160 FPS. В интерьере у меня FPS 750, пацаны, я просто был в шоке реально. Поэтому, пацаны, кто на родине играет, у кого слабый ПК, заходите на родину, и у вас тут будет просто FPS очень хороший. Чтобы вы понимали, у меня раньше был FPS где-то, ну, 60, а сейчас у меня стабильный FPS 150, 180, 200. Итак, первое место, где я хочу попробовать, это вот эта лестница, это получается Мведова, и давайте попробуем здесь подлететь. Я уже здесь пробовал на какой-то машине, по-моему, на Мустанге, но давайте попробуем еще раз, только на другой машине. Так, и полетели. Вот эту сальтушечку мы наебнули красивую, конечно, не спорю. Только мы чуть-чуть перевернулись. Она не взрывается или взрывается? Я вот этого не помню, кстати. Бля, чё так плохо все? Давайте парк пропишем. Кстати, да, здесь передний привод, и мы даже не можем подвинуться толком. Поэтому как летим, так и летим. Давай на колеса! Ай, только не на крышу. Фух, так, пронесло вроде бы. Все, поехали дальше. Пацаны, не нужно такое повторять, потому что за это вы можете получить деморган. Но я, пацаны, это в первую очередь делаю ради контента, то есть ради вас. Поэтому за мной не нужно повторять. Просто можете смотреть, но не повторять, потому что вам грозит деморган. Не, ну это уже не смешно, пацаны. Я просто ехал и на ровном месте перевернулся. Почему мне так не везет, пацаны? Вот почему? Я не понимаю, просто ехал себе спокойно, километров 200 по этой дороге, и перевернулся. И она назад не хочет переворачиваться, поэтому обратно придется использовать эту команду. Блин, я думал, мне рема хватит, я уже использовал почти все ремки на эту машину, понимаешь? Так, я нашел вот такую вот горочку и хочу здесь попробовать взлететь. Ну, блин, передний привод, конечно, вообще слабенький для этого дела. Ну, хотя... Не, хотя все равно слабенький. Для таких трюков очень слабо. Но видите, как разгоняется медленно. Ну просто я даже, видите, из-за того, что передний привод, не могу его выровнять как мне нужно. О, вот это уже интересно. Вот это уже интересно. Ох, я еще в ветку ударился, блин. Обратно я перевернулся. Ну сколько можно просто. Это просто капец, пацаны. Ну давай, раскачивайся. Влево-вправо, лево-вправо, лево-вправо. Давай, 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 родная. Ну я не хочу обратно тебя парковать. Ну давай, 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 давай. О. Ну, спасибо. Блядь, за мной админы следят. Это хреново, за мной админы следят. Окей, все, я ничего не делал, пацаны, вы ничего не видели, ебать. Я просто себе ехал, случайно перевернулся. Походу, за мной все-таки админ спекал, и... Фух, слабо то, что он меня не посадил. Так, как его? Дороня... Савида, привет тебе передаюсь, ты смотришь? Бля, я не знаю, либо он за мной случайно начал спекать и видел то, что я перевернулся, либо он за мной уже давно спекает и думает, бля, чем он там занимается просто? Кстати, здесь в Южном есть же бугры такие большие, и на них можно попробовать попрыгать. Бля, надеюсь, за мной админ не спекает, потому что, бля, как-то неудобно. Тем более, если меня деморган посадят. Ух, ебать. Ух, ебать, вот это был трюк, блядь, просто. Ебать, меня швырануло просто, как не знаю кого. Так, давайте еще вот здесь попробуем. Хотя, мне кажется, мы в забор влетим, но попытка не пытка. Блин, я реально кайфую такие серии записывать. Ух, нихуя себе! Ай-яй-яй-яй-яй! Вот это было красиво, блядь, красавчик, Кирюха. Вот это был трюк просто. Сейчас бы самого себя хвалить, ну ладно. Ну, вот это было, пацаны, залетитесь прям, ну, прям брависсимо просто, брависсимо. Я лучше трюка просто в жизни не видел, пацаны. Так, давайте попробуем его перелететь, это снег. Интересно, у нас получится или нет? Ну, я надеюсь, что получится, потому что это реально круто.
Ох, цальтушечку какую наебнули. На просто, на. Разбили, короче, всю машину, как всегда. Так, все, я подчинился, веселье продолжается. Так, давайте попробуем улететь вон туда куда-то. Этот маппинг, блин, реально классный. Я такой маппинг нигде не видел, типа, чтоб куча со снегом, там подарки были. Но это реально круто. Вот это трюкчанский, ёбаный насос. Вот это прям было очень красиво. Какая-то, кстати, слабенькая машина стала. Раньше она как-то, знаете, ну, покрепче была. Сейчас она от таких ударов сразу почему-то ломается. Раньше такого реально не было. Давайте вот здесь попробуем прыгнуть. Вот реально с этим маппингом, почему я сразу не поехал в Южный? Вот из этого маппинга можно реально трюки классные делать. Вот, например, как эти. Просто улетел, пацан, ебать. Молодец. Вот это я понимаю, ламба просто. Красавица просто. Сама перевернулась. Пацаны, я предлагаю на этом закончить, потому что все-таки сегодня были трюки, их было много. Поэтому, если вам понравилась данная серия, то поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь на канал. Мы еще не испытали все трюки, которые можно сделать в Южном. Здесь очень много маппинга вот этого снежного с подарками. И на них можно делать очень классные трюки. Поэтому, пацаны, если вы хотите продолжение, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И пишите в комментариях. Можете вводить мой ник при регистрации, можете вводить мой промокод. Всем пока-пока.